Так, сейчас пройдем распаковочку. Вчера получила посылочку с заказиками. Так, это у нас интеллектуальная сыворотка. Вот, она у нас идет сейчас по акции. Вообще она стоит 1900 рублей, но сейчас 1235. Она разглаживает морщины и улучшает цвет лица. В составе ее идет гиалуроновая кислота. Нанести несколько капель на кожу лица, на область шеи, область декольте, легкими похлапывающими движениями. Вот. При необходимости, если, допустим, этого недостаточно для того, чтобы увлажнить кожу, то можно также дополнить или дневным, или ночным кремом. Вот. Она у нас питает, смягчает кожу. Она очень легкая, очень такая, ну, она совершенно не ощущается на коже. Так, дальше. Это глюкозамин и хондроитин. Это из спортивной линейки у нас идет. Вот это я заказала себе, мы с мужем пропиваем, себе и мужу. Мы пропиваем раз в год. Эта серия идет для спортсменов и для людей, у которых проблемы с суставами, или же которые работают, ну, физически. Вот, здесь в составе идет два главных хондропротектора в суточной дозировке. Принимать их нужно по 2 капсулы утром, вот, во время еды. Дело в том, что вот этот натуральный комплекс, он обеспечивает максимальную защиту суставов у людей при интенсивных нагрузках, вот, и тренировках. Он профилактирует изнашивание суставов, истирание суставов, помогает снять воспаление и облегчает движение. Ну, то есть он и также он способствует ускорению регенерации тканей, образованию суставной смазки, уменьшению воспаления в суставах. Вот. Так что если, допустим, у вас уже начались какие-то проблемы и тревожные звоночки, у меня, допустим, они уже есть, поэтому я обязательно вот это дело принимаю. Так, также рекомендуют вместе с глюкозамином и хондроитином принимать суставной фитосорбент. Современному человеку у нас требуется регулярное очищение организма, именно с акцентом на суставы. И вот как раз для этого идеально подходит этот суставной фитосорбент, потому что он обеспечивает мягкое очищение организма. Его нужно принимать через 2 часа после ужина, то есть, грубо говоря, перед сном. Его не нужно совмещать с питанием, со своим основным, с приемом пищи. Вот. Он активизирует регенерацию хрящевой ткани, он нормализует микрофлору кишечника и оказывает противовоспалительное действие. Нужно его, вот здесь написано, тут ложечку залить 150-200 миллилитрами теплой воды, но я, допустим, делаю где-то 150 именно теплой воды. Так он лучше помогает. Ну, вот здесь их 3, потому что на курс вообще нужно на месяц, нужно 2 баночки. Просто имейте в виду. Вот. И это гель для душа с вот соком томата. Эта серия мне очень нравится. У нее очень приятный аромат, легкая текстура, не сушит совершенно кожу. И получается, что я его постоянно себе вообще заказываю. Постоянно им пользуюсь. Поэтому всем рекомендую.